Добрый день, милые дамы и уважаемые господа. С вами Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальная», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. В этом видео я хочу вам рассказать о процессе создания вязаного изделия, то, как это делаю я, потому что в нашем маленьком коллективе основные дизайнерские функции с детства отведены мне, и поэтому в настоящий момент у нас стоит задача связать Наталье красивую кофту, кардиган, изделие, которое будет дополнять эту элегантную юбку. Мы для нее приобрели специальную пряжу темно-бирюзового оттенка, она очень хорошо сочетается с этой юбкой. Мы с Натальей обе небольшого роста, у нас нестандартные фигуры, и поэтому нужно применять всевозможные приемчики для того, чтобы изделие хорошо сидело. И поэтому первым делом мы выбираем длину. Для того, чтобы это сделать, я предложила несколько вариантов изделия. Причем это то, как я делаю. Как видите, контуры четко повторяют Натальины контуры, а дальше мы смотрим по длине. И самое короткое изделие. Выбираем, что нам больше нравится, какая длина нам нравится. Наталья выбрала вот эту длину, чуть ниже талии. Дальше мы смотрим, какой воротник мы будем использовать. Например, круглый воротник, или маленький острый воротник, или более глубокий. Наталье больше нравятся вот такие маленькие круглые воротнички. Мне тоже кажется, что на этом изделии такой воротничок будет смотреться дальше. Мы выбираем такую же отделку. Наталья не сторонник пышных узоров, и поэтому она очень любит лаконичные формы, поэтому мы смотрим, что можно сделать. Например, мы можем сделать реглан, но в этом случае видно, что сразу же становится очень узкими плечи, и Наталья для себя этот вариант вязания не приемлет. Мы можем использовать вот такую кокетку, и в этом случае плечи у нас зрительно увеличивают. Мы можем использовать, например, вертикальные полосы, и в этом случае у нее происходит устранение фигуры. Вертикальные полосы придают и рост, и делают фигуру стройней. Но так как у Натальи есть желание более короткую кофту, то на ней вот такие полоски будут смотреться уже не очень хорошо. Поэтому мы приходим к тому результату, что нужно вроде бы и полоски, но немножко в другом формате. Например, вот в таком. Когда у нас идут изломанные линии, и они ломаются именно по линии реглана, а дальше они уходят в плечики, и таким образом происходит расширение плеч, потому что взгляд скользит по полоске, и мы не видим вот границы этих плеч, мы не видим. Вот это очень простой вид, вот очень простой. То есть Наталья бы, конечно, выбрала именно вот этот вариант, но я все-таки люблю какие-то применять варианты, где можно пофантазировать, потому что мы вяжем не только для себя, мы же все-таки вяжем для того, чтобы вам показать. И я предложила, например, вариант с косами. Это у меня косы. Посмотрите, насколько сразу же эти косы прибавили плечи. И изделие смотрится немножко уже по-другому. И поэтому вроде бы все то же самое, но вот на плечах мы могли сделать достаточно широкие, там 10 на 10 петель, 20 на 20, какие-то очень большие украшения, и кофточка сразу бы начала смотреться совершенно по-другому. Вот опять же, если воротник, например, лодочка использовать и сравнить с воротником, круглым воротником, сразу видно, насколько это будет хорошо смотреться. И вот такой вариант макетирования, я его все время применяю, мне очень понятно, сразу же видно наглядно по фигуре, как это будет выглядеть. Не вообще на чьей-то фигуре, на фигуре из каталога, какому-нибудь там 48 размера, а 48 размер, но на рост, например, 150. И ты сразу видишь, как это выглядит. Поэтому я рекомендую, если вы разрабатываете изделие на себя, делайте фотографию, и по этой фотографии вы можете четко сформулировать, какую вам надо длину, что вы хотите, чтобы у вас присутствовало, что бы вы не хотели, чтобы у вас было. И вот в таком варианте, как я вам показываю, я это делаю в программе Photoshop, и вот здесь вот я регулирую появление, удаление слоев. И таким образом мне видно, что у меня получается, я могу выбрать то, что мне нравится. Я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим это изделие уже в варианте на Наталье. Вас приглашаю на наш канал, который посвящен именно машинному вязанию и всему тому, что с этим связано.
Если вам понравилось это видео, нажимайте лайки, подписывайтесь на наш канал, приходите на наши бесплатные креативные вязальные посиделки, которые проходят каждый вторник в 19 часов. Учитесь с нами в нашей школе машинного вязания имени Натальи Некрасовой. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.